Дорогие студенты, сегодня мы с вами продолжим говорить о знаках и уже затронем разные варианты их классификации. Тот самый Аврелий Августин, о котором мы с вами говорили еще в прошлой лекции, выдвинул еще один вариант классификации знаков. Это способ передачи, в зависимости от способа передачи сообщения. Один из вариантов класса знака, который он выделял, это звуковые знаки. В человеческом мире это прежде всего звуки музыкальных инструментов, но также могут быть боевые кличи, могут быть песни, например, барабанная дробь или звук горна, сигнал трубы, сигнал сирены, марш Мендельсона. Каждый из этих звуков свидетельствует о неком другом явлении, которое он означает. Ну, например, тот же марш Мендельсона является знаком для вступления в брак влюбленной или невлюбленной пары. Боевые кличи первобытных народов, они, естественно, являются знаком, для который свидетельствует о их готовности начать боевые действия и так далее. Следующий тип или класс знаков – это визуальные знаки. Чаще всего в человеческом сознании они связаны с искусством, с творчеством. Первобытное творчество, как мы знаем, было очень сильно связано с именно знаковым выражением тех или иных явлений. Позже был разработан целый символический язык, связанный с, опять же, с искусством, который был связан с иконами, с произведениями религиозного искусства. И, наконец, когда человечество уже вступило в такую позитивистскую научную фазу, это диаграммы, карты, когда визуальным образом передается информация статистическая или какая-то любая другая. Следующий класс знаков – это осязательные знаки, которые передаются человеку через чувство осязания. Ну, например, но чаще всего эти как бы знаки, в отличие от двух предыдущих, они связаны именно с состоянием предмета, состоянием какого-либо явления. Например, мокрый, гладкий, шероховатый несет в себе информацию о состоянии данного предмета. И чаще всего такие осязательные знаки не создаются намеренно. Обонятельные знаки тоже чаще всего не создаются намеренно, хотя со временем человечество начинает вырабатывать целую гамму обонятельных знаков. То есть начинается все, например, с тех же неконвенциональных знаков запаха гари, запаха снега, запаха дождя, которые имеют предметное значение. Но потом человечество вырабатывает целую гамму парфюмерии, которая начинает выражать и эмоциональное состояние, и привязана к полу, например, мужской запах, женский запах, то есть специальная гамма духов, которая имеет далеко идущие значения. Но, опять же, вернемся к неконвенциональным знакам и их связи с религиозным и мифологическим сознанием. Здесь я вам напомню имя другого великого мыслителя, Антуана Экзюпери, который создал довольно такое грандиозное произведение. Мы все знаем о его «Маленького принца», но есть довольно
мощное философское произведение, которое называется «Цитадель». Это роман. Он весь наполнен притчами и философскими размышлениями. И герой этого произведение находится в постоянном таком внутреннем диалоге с Богом. Ну вот я процитирую один из отрывков из этого произведения. Например, герой говорит: «Господи, молил я, в Твоей воле молчать, но мне так нужен знак от Тебя. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Темный, неясный, но пусть у нас будет с Тобой разговор. Подай мне знак, что мне все дано будет понять со временем, и я не прошу большего». Но в ответ на эту молитву ничего не происходит. И это становится для героя этого произведения намного большим откровением, чем взмах крыла птицы или упавшая ветка, которые могли бы символизировать, что его молитва услышана. И здесь я процитирую еще. «Господи, — сказал я, — ты прав во всем. Не твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Твой такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя. Он был бы опять отражением, отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим одиночеством». И вот такой несостоявшийся разговор, когда молчание в ответ на фразу, в ответ на интенцию, тоже наполнено смыслом. В семиотике существует такое понятие, как нулевой знак или отсутствие знака, которое тоже знак, иногда несущий еще большее богатство смыслов. Нулевой знак не имеет формы, фигурирует без положительного означающего. То есть этот знак понимается, этот знак довольно важен в рамках, собственно, семиотики и семиотики культуры. И вот этот нулевой знак, ситуация нулевого знака, она очень часто оказывается важнее, чем наличие даже множества сказанных слов, наличие множественных сигналов. Еще раз объясню, что материальная оболочка в нулевом знаке отсутствует, но обозначаемые и правила интерпретации все равно остаются актуальными. На этом как бы мы с вами вот этот небольшое вступление в также в семиотику и классификации знаков завершим. Какие можно сделать выводы из данного маленького фрагмента? Ну, во-первых, что одна из древнейших классификаций знака, она сделана по форме их выражения. Следующий пункт, то, что человек в своем религиозном сознании очень часто обращается к природе, к окружающему миру в надежде понять и увидеть нечто, что скрывается от него, вот эта завеса материального мира, увидеть, выйти за пределы этого мира в трансценденции. И молчание этого мира, отсутствие ответа тоже будет для человека важным знаком, особенно если он обладает таким расширенным философско-религиозным сознанием. Это один из вариантов того, что в семиотике называется нулевым знаком, когда некое сообщение не имеет формы, но тем не менее существует, когда молчание, отсутствие чего-либо, оно тоже имеет в себе смысл.